Всем привет! Сегодня хочу представить песню, которая была написана много лет назад, но которая как нельзя более отображает нашу сегодняшнюю жизнь. События прошедшего года породили очень странное ощущение в душе, как будто нас выгнали из нормальной жизни, словно выгнали из дому. Сегодняшние дни похожи на крики беспомощного больного мира, который сошел с ума. А жизнь стала диссонансной и неуютной. В ней нет уверенности в завтрашнем дне. Но несмотря на то, что сегодняшняя жизнь изъедена ржавчиной, в душе всегда остается маленький лучик надежды, что все изменится к лучшему. И появится солнце, и все будет хорошо. Мне тепло, тепло!
Remember, hope is a good thing. Maybe the best of things, and no good thing ever dies. Никогда не теряйте надежды и веры в лучшее, потому что после самой черной ночи всегда бывает светлый день. Надежды подобны паутине. Маленькие мухи застревают в них, а большие прорываются. Майкл Джексон once said that in this world filled with hate, we must still dare to have hope. In a world filled with anger, we must still dare to comfort each other. In a world filled with all the despair, we must still dare to dream. And in a world filled with all the distrust, we must still dare to believe. Часто, когда мы теряем надежду и думаем, что это конец, Бог улыбается свыше и говорит: «Расслабься, парень, это просто поворот, а не конец». Never lose hope. Storms make people stronger, and they never last forever. Унывать не надо, даже когда все очень плохо. Надеяться всегда лучше, чем отчаиваться. Как говорил Игорь Губерман, простота нашей психики – сложность. Ничуть не сложнее, чем прежде. Надежда важнее, чем возможность когда-нибудь сбыться надежде. В город несбывшихся надежд есть смысл вернуться спустя какое-то время. И, возможно, на сей раз уйти победителем.